Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями, у нас спикер в кадре. Дмитрий, расскажите, какие ожидания у вас от форума, с какими целями вы приехали на неделю, что ожидаете, каких результатов ожидаете? Форум, как всегда, показателен, потому что он собирает очень большую представительную аудиторию экспертов рынка ритейла. Производители также участвуют, вот и в дискуссиях. Понятны становятся тренды, изменения регуляторной среды и какие перспективы в дальнейшем будущем ждут рынок. Вот, во-первых, все говорят о трансформации и о некоторой конкуренции офлайн и офлайн ритейла. Важность в этих процессах, в конкуренции IT-технологии и выход совершенно на другой уровень по этому показателю эффективности. По регуляторике министр промышленности и торговли заявил, что в ближайшее время изменений законодательства не будет, потому что нельзя постоянно менять правила игры. Вот, и тем не менее, ведется работа над саморегулированием. Пока, наверное, ни у кого нет эффективного рецепта, как сделать эффективным нормы саморегулирования и таким образом убрать конфликты интересов между производителями и ритейлерами. Поэтому до конца форума, я думаю, что найдутся еще какие-то предложения, будут выработаны какие-то решения, ну и, соответственно, это будет продолжаться до следующего форума. Вот такие мнения и экспертиза присутствуют на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.